Ну что, здорово, пацаны. А с вами PSV, и сейчас будем смотреть матч Свонси против Манчестер Сити. Нзогби уже там начинает что-то делать. О, Попов, Юлин Попов, удар вообще, дерьмище полное. Харта так ему не прошить. О. У нас Манчестер Сити в красных футболках, что непривычно. Рамос. Элано. На коротке играют футболисты Суонси. Златан какой-нибудь ник уже сменит свой, Соленич этот дебильный. Мясной наркоман. Боят. Пас на Эль Хадади. Мунир! Пасует на пустые, скидывает. Рамос крутит, вертит. Шар голубой, дает пас на Боята. Боята, удар! Не точно. Дедрик Боята. Раньше был надеждой Манчестер Сити в защитной зоне, но на самом деле в жизни он такое говнище сраное, что его просто выперли нахер, и теперь он играет в Селтике, по-моему, в аренде, если не ошибаюсь. Там, кстати, и Блэкетт играет, который здесь на проекте читак. Ну, тут все почти читаки на проекте, кто в жизни говно. Ну, так, относительно. Ой-ой-ой, какая игра грубая. Прям в кость сдолбанул малыша какого-то. И сейчас посмотрим, что будет в этом эпизоде. Но на 9-й минуте дают штрафной, свистят в сторону Златана. И я это уре будет исполнять. Удар и гол! Это я Туре! Замечательный гол со штрафных. Это украшение пьесы, как говорят всякие старые задроты, потому что штрафной это, так сказать, очень тонкое исполнение. Смотрите, как он закидывает, смотрите, просто мертвый. У этого у Ростишишки опять какая-то новая херня. Какие-то челкари. Опасный момент. Попов. Удар приходится в защитника. Яя Туре опять с мячом. Мунир. Дает пас на Рамос. Ну тут, походу, ребят, будет веселый футбол. Видно, что Манчестер Сити будет забивать. Нет, не Агуэра. Ой-ой, Лана. Удар. Перекладина. Мунир на вес еще. Как же Манчестер Сити сейчас атакует? Причем на хосте Златана сейчас просто раздирает оборону Суонси, просто херачит поворотом со всей дури, но пока Ростишишка прощает. Всего лишь один гол со штрафного забил он. Видно, что в одной и в другой команде канда не очень. Кстати, на самом деле я заметил, когда у тебя канда не очень, то у соперника, скорее всего, тоже будет не самое ахти, потому что видно, что у них какие-то вообще. Ну, мы ждем Харта во втором тайме в нападении, естественно. Как бы нормальная тема. Нзогби. Задрачивает. Златан задрачивает, бежит, смещается. Ну, такие моменты, на самом деле, лучше вообще без внимания оставлять. Нзогби. Ох, Каларов подкат. Рамос. Каларов. Элана. Пас на Рамоса проходит. О, Каларов. Сейчас его с волшебной левой будет подавать. Подача, но не точно. Не точно. Мунирка там бегает. Элана. Скидывает. Но тут Каннабаек. Попов. Рамос. Элана. Ну что, Яя Туре будет исполнять сейчас? Удар! И гол! Второй гол! Яя Туре со штрафного подряд! Ой-ой-ой-ой-ой! Ну это жестко. Я такого, если честно, не помню, чтобы когда-то забивалось два гола со штрафного подряд. Да уж.
Но могу признать, что малыш расти шишку что-то может, реально. Ну, я и Туры красава, конечно. Я не знаю, какая там у него канда, но, блин, как же он исполняет. Неплохо разыгрывает Златан, но тут не хватает ему чего-то. Фернандо. Целихович там затерялся немножко и на нем свалили. Каларов. Ну, я бы не стал бы, конечно, на месте Златана в третий раз. Ой-ой-ой. Ну, Мунира идеально выдали, но нет, точно. Нзогбе. Смещается он, дает пас. Мане. И он в офсайде. Конечно же, нет. Мы хотим третий гол я Туры. Мане на Пиартину просторе. Мане будет бить. Мане удары хард тащит. Вот этот воистину голевой момент у Свонти на 30-й минуте матча. И пока два гола я Тура забил. Штрафными. Фух. Что это был за удар? Ну что, угловой. Сможет ли Златан что-то из него выжить? Навес. Ох, Попов. Не дотягивается до мяча. Келли. Навес. Келли. Не точно. Не доходит до адресата мяч постоянно. Там Каларов один раз только на мунир нормально. Навесил. Рамос. Мунирка там был. Ой. Так, ну что, тут навес будет. И, ой, скидывает удар Фрей. Там Фрей на воротах, я не знаю кто, но отлично скинул головой, и тот в касание пробил низом неплохо. Получилось красиво, мягенько, но вратарь смог там чем-то вытащить все-таки этот мяч. Неплохо, Мигарини. Меджи там или как там, хрен поймешь. Ладно, короче. Еще один момент опасный был у Златана, но он им не распорядился как надо. Он его засрал. Харт опять тащит. Неплохо раскатывает. Ну, Мане как-то слишком далеко. Нижарини или Нижарини как-то. Да не суть, короче. Какой-то Васек. Ну что, заканчивается потихоньку первый тайм. Ну, блин, я на самом деле вообще рад, то, что взялся стримить этот матч. Потому как все-таки два гола я эту раз штрафных, это для меня дорого стоит. Road to Ajax. Ну что? Получится что-то? Не получается ничего у Златана. Так, Илана. Пасует. Вновь он с мячом. Но тут перехватывает. Ой-ой-ой, неплохо перехват. Туда-сюда, туда-сюда, сюда-сюда. Так, тут Миранда легко и непринужденно отнимает мяч у тренера Суонси. Мунирка разворачивает удар с R2, не точно, но потом посмотрим штрафной, надеюсь, он все-таки будет. Там, в принципе, чисто он перевесил стенку и два раза Фрей, по-моему, вообще ничего сделать не смог. У Златана, кстати, 6-5 по ударам, а толку никакого, хард все тащит. Один раз там вообще в защитника пришел сюда.
Так, ну чё тут у нас? Так, хост у нас, значит, будет у те расти шишки. Каларов, Элана. Салихович, ну я это уре! Рету хитрик, я это уре хитрик! Я это уре говорит по-русски. Знаешь, 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 бля. А, я люблю Зенит, я люблю ЦСКА, Динамо. А, знаешь, не, а очень люблю смотреть российские лига. Блин, я это уре на самом деле такой еще крутой чувак. 3-0 вообще пока Манчестер Сити почти, ну не все они моменты используют, но так скажем, Златан пока вообще не может найти свою игру, он в принципе создает моменты неплохие, без всякой там почти дрочки, но ой-ой-ой, опасно так. Но мы ждем Харта, Харта ждем ЦФом. Рамос на Яйтуре, Элана. Раскатывает пока растишишка, но у него ничего не получается. Манчестер Сити выигрывает в гостях 3-0 у Суанси. Рамос. Рамос. Удар. Фрей тащит этот удар. Навес. Надо как-то выйти из обороны грамотно, но ладно. Не, не потянет. Потянет. Попов. Бежит, набирает скорость. Пасует на Эмнеса. Но тут просто Компани с Фернандо отнимают этот мяч. Элано. Навес. Пока подчищают защита. Шустер плохо играет в опорной зоне, так скажем. Напортачил много. Фух, пасы не точно. Я смотрю, новая схема, да, у нас в этом. В ажуре. Два центральных защитника. Один опорник. Чуть выше их. И в... Ну, эти, короче, по, вот эти РВБ всякие, ЛВБ. Короче, такие фланги, которые туда-сюда бегают. Яйтуре удар. Блокируется защитником. Каларов навес с правой. Отбивается. Солнце. Я эту Туре сегодня за уши тянет Манчестер Сити. Как это иногда бывает в настоящей жизни. Пас не точно. Ну, у Златана сегодня вообще игра не клеится. Такое случается. Рамос. Хадади. Энзобби получит мяч или тут Каларов? Ну, нет, тут ребят вообще не знают, что делать. Надо было схему поменять Златан, откровенно говоря, потому что вообще не катит такая против растишишки. Навес, удар, Фрей! Еще и угловой получает. О, Харт у нас штрафной. Yes.
Это интересно. А кто на ворота встал? Какой-то вратарь? МНС удар, ой-ой-ой, врать там. Встал на ворота, не знаю, вратарь это или вратарь. Что-то какая-то фамилия знакомая, хрен знает. Ну не Шон Райт Филлипс, естественно. Или Хадади. Где Харт? Где Харт? Подключите Харта. Подключите Харта. Харт! Малыш Харт. Он катает чисто на Харта. Харт. На ББ Харт. Но всегда интересные матчи с Ростиширкой, потому что начинается такая шиза. Кстати, он на самом деле в этом матче почти не задрачивал. Так что пусть ник сменит. Сменит ник. Ну хотя, по мнению, наверное, Данса, он будет. Он супер считается дрочером. Харт! Не дают бить! Вратарю сборной Англии. Так, не зомби. Бежит. Простреливают. Неплохо, но неэффективно. Получится ли хотя бы гол престижа забить? Рамос. Сейчас будет наезд на Харта. Или пас должен быть. Харт! Удар! Гол! Джо Хай забивает гол! Четвертый. 4-0. Стреляет. Ну, это жестко. Что делает Златан? Непонятно. Ну да, он типа одного обмотал. Пошел тоже забивать к голкиперу. Ой-ой, Мунир отнял мяч, но ушел за боковую линию. 82-я минута матча, третья уже пошла. Ой-ой, проходит Мане. Мане, ой-ой-ой, там как-то непонятно. По идее, пенальти должен был быть. Немножко залагал у нас тут все фигам собачьим. Удар, Вивайт берет мяч себе в руки. Подкатик и, возможно, будет травма какая-то. Ну, блин, ну, показывайте, кого уносят. Ну, елки-палки, у меня что, замедленное действие, что ли? А, ну, там нормально, там травмы нет, как бы, говорят, что пацан готов. Харт. Ох, сейчас могло быть еще одно нарушение. Прикиньте, третий гол, ну, это вообще было бы жесть. Но все равно это уже круто. Ой-ой-ой, неплохо. Златан, посмотрите, неплохие комбинухи делает. Ну, будет хоть один гол-то. С читшота бахает Попов. Мане еще и травму получает. У Златана вообще этот матч не удался. Навес. Удар в никуда. Мане травмированный куда-то своей культяпкой полез туда. Что-то ей там теребить. В итоге ничего не получилось у него. Толково. Че, хард дублик? Харт! Харт! Удар! И будет угловой. Джо Харт, кстати, в штрафной, он как столб стоит. Джо Харт! Удар! Мимо ворот! И уже заканчивается матч. Ну что, крутой матч на самом деле. Надеюсь, хоть звук хоть немного был слышен. Так, ну что, тут у нас штрафной. Фрей. Фрей не дадут. Фрей! Харту не дали в пустые ворота ударить. И 4-0 выиграет Манчестер Сити. Не по игре, конечно, но два украшения у нас сегодня от Яя Туре были.
Первый гол со штрафного. Бах. В левый угол. Идеальное исполнение. Ну, Фрей своими культяпками не смог дотянуться. Затем второй гол Туре. Вообще просто, знаете, мяч летит так не мягенько, но настолько точно, что как бы будьте любезны. И Туре радуется. Футболки Манчестер Юнайтед, он играет, им вообще насрано. И третий гол, хет-трик Яя Туре. Это уже когда Харт стал на ворота. Ну и тут Харт... Ой, на ворота, в смысле Харт стал уже в поле. Бабах! Просто идеально ему на лицо вешает Рамос. И смотрите, спокойно он так... Оп, бабах! Лицом там, по-моему, вообще он бахнул. Ну, статистика такая вот. Ну, что поделать. Спасибо за просмотр.